Друзья, а перед просмотром этого ролика я хочу посоветовать вам канал Android Обзоры. Там вы найдете различные обзоры на Android игрушки, в том числе и на Pokemon Go. Есть информация о том, как исправить многие ошибки на Android в Pokemon Go. Советы и гайды для новичков. Все это очень полезно, поэтому, ребята, переходите. Ссылочка есть в описании. Все, давайте, приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Мистер Кот. И сегодня мы отправляемся в патруль. Решили сегодня подбивать башни возле кристалла, их достаточно много, поедем на машине. Вперед! Вот она, наша голова льва, которую мы сейчас будем отбивать от синих. Поехали. Вот, ребята, здесь у нас покемончики послабее, однако их тут четверо. И эта башня синяя, мы готовы ее отбивать. Тефтель пойдет у нас первым в бой. Без всяких проблем. Кубон должен сразу же у нас умереть, потому что он у нас слабенький, 451. Вещаем мы из машины прямо. Прям так подъехали к ней и сразу же бьемся. На самом деле очень удобно. Второй у нас идет Гипно на 751, тоже без проблем. Я думаю, эту башню Тефтель в одиночку заберет. Это у нас, ребята, патруль, я напоминаю. Присылайте свои адреса, где у вас сложные башни какие-то, и вы не можете их отбить. Ссылочка есть в описании, куда писать. И скидывайте, пожалуйста, скриншот этой самой башни, чтобы было видно, сколько там покемонов, какие они там и так далее, чтобы было понятно. Фиро у нас идет третий. У него 1060 комбат пауэра, но это не мешает нашему Тефтелю его убивать. Тефтель юзает суператаку, и без проблем мы добиваем Фиру. Остается у нас там последний покемон, не помню, кто это. Это у нас будет снова Гипно, но это вообще без проблем. Безо всяких проблем. То есть эта башня налегке забирается одним Тефтелем. Остается совсем немного, я надеюсь, что Тефтель все-таки доживет. Нет, Тефтель не доживает, остается один удар Гипно, но его добивает Клиффейбл. Ювин, гим-левел сразу становится третий, ну и вот, сейчас будем ее до конца уже добивать. Друзья, последний раз бьемся в этой башне. Отбиваем последнего Гипно уже, и она будет, собственно говоря, наша. Давай, давай, давай. Ну, наш Гипно с этим не справится, но зато следующий покемон спокойно его уже добьет. Это у нас будет Вильплюм. Окей. Да, да, вообще спокойненько забирает. Все. Готово. Башня у нас становится теперь белой. Да, белой. Это башня голова льва, я хочу напомнить. И мы ставим сюда своего покемона. Пусть это будет... Ну, пусть будет Клиффери. Потому что мне сейчас хилки тратить на то, чтобы кого-то сюда поставить... Это не самый лучший вариант. Все, ребят, едем дальше. Ребят, студия Ермолаевой. Очередная башня синих, которую мы сейчас будем отбивать. Тут всего лишь один слоупок. Однако это не значит, что мы не должны ее трогать. Мы должны ее отбить, друзья. Все, начинаем. Выставлю против слоупока свою пораненную Старми, потому что она и так справится. Он на самом деле очень слабенький. 399. И вообще без проблем мы его забираем. Ставим сюда свою башню. Давайте, ребята, добиваем. Старми у нас на самом деле очень сильный покемон, поэтому никаких проблем для него слоупок не составляет. Хотя хотелось бы мне тоже прокачать как-нибудь слоупока, добить его до слоубро, но пока что мне они не попадаются под руку. Ставим сюда еще одну Клиффери. Сегодня у нас Клиффери такой день. Вот у нас та башня. Теперь эта башня. Теперь мы едем дальше. Поехали. Ребята, сегодня мы кристалл отбиваем, весь район зачищаем, ставим туда желтых покемонов. Друзья, сейчас мы будем отбивать вот эту синюю башню вместе с Алисой. Надеюсь, что в этот раз у Алисы не будет никаких проблем, и мы сможем вдвоем зайти и начать бой. Так, давай на счет 3. Раз, два, три. Все, нажали по одному разу. Оба. Отлично, загрузились. Ура. Так, ребята, Алисина Танжела, мой Тефтель против Клиффейбл на 1328. Мы должны справиться.
потому что мы, во-первых, вдвоем. Во-вторых, мой покемон как минимум сильнее этой Клиффейбл. Да, мы почти что ее уже добили. Клиффейбл у нас готова. Следующий у нас Си-Кинг. У Алисы уже Танжела умирает, выходит в упорен. А мой Тефтель до сих пор с половиной хп. Но все в порядке, я думаю, что мы справимся. Тут у нас Си-Кинг, и следующий будет тоже Си-Кинг, только чуть посильнее, чем этот. И мы должны справляться. Остается совсем мало хп. Отлично, победа. Последний покемон. Это снова Си-Кинг, как я уже говорил. И Алисин Вапориан, мой Тефтель, просто вдвоем налегают на эту рыбу. Рыба. И мы ее должны убивать без проблем. Так как мы вдвоем, мы можем справиться с такими достаточно-таки сильными покемонами. Давай. Все, мы добили? Мы добили, отлично, ребят. Все. Видите, как вдвоем клево. И каждый получил опыт. Вот такие пироги, ребят. Сейчас мы ее отобьем до конца и уже будем двигаться дальше. Ребят, мы добили эту башню, которая ставит сюда своих покемонов. Я поставлю сюда Грейвелера, которого недавно совсем эволюционировал. И все. Вот у нас получается желтенькая башня. Желтая башня. Цитаты мистера Кота. Все, ребята, пишите хэштег «желтая башня». Поехали.